А в Крыму за сутки ситуация на порядок хуже. Там 11 августа зафиксировано 40 новых случаев заражения. Ситуацию в социальных сетях прокомментировал глава республики Сергей Аксенов. Приводим его слова. За 10 августа на территории Республики Крым зарегистрированы 40 случаев коронавирусной инфекции. 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью. 23 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные с территории Украины, сообщил он. Всего на текущий период в республике зарегистрированы 1557 новых случаев коронавирусной инфекции. 82 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов Российской Федерации и выявлены по контакту с ними, 1159 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 204 при лабораторном скрининге здоровых лиц, уточнил Аксенов. Также он сообщил, что за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 539 человек. Выздоровевших за весь период 1060 человек, из них 6 человек за последние сутки.